Так, всех приветствую, с вами Павел. Приехал ко мне очередной 90-х. Это у нас 330-е на GM-коробке, задний привод. Изначально машина была 325-я, вот. Потом владелец сделал свап, после того, как 2,5 у нас ненадежные моторы, они у нас это болеют, поставили, так сказать, это... Новый. Оригинальный новый N52B30. Вот, как бы, можно эту машину, она у нас уже вон СИСом, да, оснащена, спортсалон электрический поставлен, то есть можно было бы ее обновить через ИСТу, но П, да, вот, через эту программу, но зачем нам обновлять весь автомобиль, когда нас интересует конкретно два блока, это КАЗ, третий тут, и МСВ-80, это моторный блок, то есть у меня подключен ICOM, переведен в статус allocated. То есть ICOM, когда подключается, он в статусе released, потом становится статус allocated. Вот, и программка очень полезная. Вот она у нас Easy Connect в стандартной фермерской сборке идет. Просто выбираю remote, IP-адрес, и после того, как поставили allocated, нажимаю check. Вот, она видит вольты. То есть можно зайти в инпу, вот, и посмотреть, то есть заходим в gateway, нажимаем F3, как я уже говорил, нас интересует КАЗ и DME, видим то, что DME у нас обновлялся в 13 году, ну, в конце 13-го, 22 ноября, а КАЗ у нас стоит, ну, в 12 году обновлялся, 1 мая. В 13-м меняли мотор как раз. Ну, а в 13-м, да, меняли мотор и обновляли. То есть, выходим из НПы. Мы будем прописывать УИФы, поэтому нам надо взять ВИН автомобиля. ВИН автомобиля проще взять, не спрашивая у владельца, несмотря на СТС, там, а из НКС-эксперта. То есть, убираем 89-ю платформу КАЗ и входим в раздел What the Fun. Вот. И вот наш ВИН. В конце чек-сумма. L, буковка. То есть у нас ВИН, вот он. Нашего автомобиля, да, прекрасного. Мы его копируем. Закрываем МКС-эксперт. И открываем ВИН КФП. Вот. ВИН КФП у нас стоит сейчас без УИФов. Мы ставим, чтобы она прописывала УИФы. УИФы — это так называемые User Information Field. То, что мы смотрели с вами только что в тут, ой, в этом, в инпе. То есть мы заходим в комфорт, выбираем КАЗ третий, дефолт, и смотрим. Машина пока заведена, не глушим. И смотрим, есть ли у нас смысл его обновлять. Вот. Он, и видим, что прошивка предлагается более новая, ну, взамен текущей, которая есть. Соответственно, при обновлении кассы, выключая габариты, мы при обновлении кассы вообще вытаскиваем ключ. То есть ключ у нас в руках. Машина у нас не самым лучшим аккумулятором, поэтому воспользуемся вот подсветкой Lenovo. Мы нажимаем «Да», он пишет, что еще один раз это стандартно программировать можно. И вот у нас пошел обновляться КАЗ. Вот, то есть КАЗ, что такое КАЗ? КАЗ — это Car Access System, вот, который отвечает за допуск и запуск в автомобиле. Вот. То есть у нас сейчас, скорее всего, переливается бут-сектор. Вот. После он льется довольно быстро. Программа уже с кассы стерта, потому что именно в ее память свободную был дописан новый бут-сектор, который сейчас проверится старым бут-сектором. И процесс программирования пойдет у нас дальше.
Либо этого будет достаточно, и НКС-эксперт нам ответит за программинг окей. Вот. Собственно, ждем. Ну, пока у нас тут КАС мучается, могу рассказать по софту, то есть что у меня есть. У меня есть CMD флеш, оригинальный флешер, который куплен был за хулиард монет. Вот, KSUIT, тут китайский, под KES, потому что я китак не использую на этом компьютере, я использую китайский KES. Вот. Ну, это ESIS для программирования и кодирования F-серии. Вот, к слову, немножко отвлечемся. Вот сейчас в КАС пошла заливаться программа. Это процесс более долгий. Вот. Ну, хотя, в принципе, льется относительно быстро. Можно, не будем проверять, уже неоднократно это показывал. Если сейчас попробовать защелкнуть ключик, он не будет защелкиваться у нас в это, гнездышко. Вот. Так что пока льется программа, расскажу дальше. То есть вот есть программка, называется Diesel Power LocU. Очень удобный, вот оригинальный, это китайский. Русифицированный VCDS для ВАГа, это оригинальный VASI диагноз. А вот программка, вот она называется Diesel Power Race Engineering. То есть в отличие от BMW, ВАГи могут очень хорошо снимать логи. То есть вот, например, мой эдик, например, клапан 1. И очень красиво в виде графиков, но я не буду сейчас вдаваться в подробности настройки масштаба. Здесь каждая может быть прямая. Вот у нас подсвечено, убрано, то есть оставлен, можно оставить только нужные, необходимые значения на графике, задать масштаб и в целом изменить зум. То есть BMW вот этого лишена у нас в плане. Можно посмотреть, это плот график, можно в виде таблицы посмотреть все логи. То есть вак, когда снимаю логи, снимаем третью группу. У нас тут расходомер, угол дросселя, то есть когда человек едет в пол, это видно. Вот. Дроссельная заслонка открыта на 100%. Угол опережения зажигания, расчетное фактическое значение наддува и откаты, то есть признаки детонации. Да? Вот они, например, проскакивают. Это настолько в сумме уменьшается угол опережения зажигания. Вот, КАС у нас, кстати, практически уже подлился. Обновление КАСа важно, потому что это, прежде всего, безопасность. То есть криптостойкость алгоритмов на код граббера, там, на заводку машины со сворачиванием двери через OBD. Вот. Также я себе брал, ну, неплохой довольно конфигурации компьютер, чтобы иметь возможность запускать виртуальные машины. Виртуальные машины у меня есть. Вот, например, Windows 7. Мы сейчас запустим. Для этого, как его? А, для ESIS. Английская винда специально, потому что там лаунчер под F-серию на ESIS работает бесплатно, а на русской винде он не работает. И у меня, вот, и чтобы виртуальная машина более-менее нормально тянула винду, ну не важно, я их даже пытался две параллельно запускать, то у меня у компьютера добавлена память. То есть у нас конфигурация Core i7 второго поколения 2,7 ГГц и 8 ГБ памяти, из которых доступны уже 3,6. Потому что если посмотреть процессы, то VMware тоже X64, естественно, для быстроты он захавал, я ему настроил по 2 гигабайта. Вот. И в этой виртуальной машине, вот он, Windows 7, у нас есть тоже ESIS, который используется для кодирования. Вот, Windows. Тоже грузится довольно быстро. Потому что хоть под виртуалкой он работает.
Вот он на Java. Тут декриптованная есть дата. Вот. Так что виртуальную машину можно выключить. Shutdown. Вот, виртуалка выключается. Кнопочка у нас уже. О, все. Кнопочка уже у нас загорелась. ZB программинг. Окей. Ну окей, так окей. Давай посмотрим. Да, ключ вставляй. Так, ну все, ключ защелкнулся. Дополнительная сигналка стоит, она да, закрывает. Я понял, у тебя доп. Сигналка стоит. Ну ничего страшного. Вот, теперь заведи машину, посмотрим аккумулятор, что там скажет. Ну да, машина заводится у нас через пень-колоду. Не очень люблю, когда приезжают такие экспонаты, потому что после... Ну, блоки-то могут обновляться и до 8 вольт. Но после таких процедур можно как бы и не завестись. Так, теперь мы идем на обновление нашего 80-го блока. Сейчас смотрим, что нам скажут. Версия такая же, один к одному. То есть типа самый последний. Давай глуши машину. Может подзарядится? Ну не, лучше заглуши, а то сейчас... Выключи габариты, ключ не вытаскивай, включи зажигание. Еще раз, и еще раз. Вот. Но я его обновлю все равно, потому что если машина, например, ко мне приезжает на чип-тюнинг, то я не знаю, пусть это даже 3 литра атмосферы, он все, привод не исправен, пошел обновляться МСВ-80. Если ко мне приезжает машина на чип-тюнинг, я никогда не могу знать на 100%, что она стоковая. Потому что владелец может думать одно, там в сервисе ему могут сказать другое, а в реальности там предыдущий владелец или кто-то еще нахуеверсил как бы автомобиль. И перед тем, как заливается чип BMW, там, будь то N47 дизель, или там вот под эту машину есть хорошее программное решение, не в плане мощности, чтобы поднять мощность, но там можно плюс 10% отмочип сделать. А есть хорошие программные решения в плане того, чтобы захладить мотор. Но рабочая температура тут порядка 115-110 градусов. То есть можно сделать на 94. Вот. И сделать Евро-2 без кат, ну и отмочип. Мотор, скорее всего, прольет сейчас только калибры, потому что как раз при чип-тюнинге меняется. Потому что программа у нас была такая же. Вот. И программу он лить, скорее всего, сейчас не будет. Сейчас посмотрим. И вот, вот все. Так что вытаскивай ключ. Так. Теперь мы сейчас усыпим нашу малышку, да, чтобы машина поспала. То есть. Во. Как я уже 100 раз говорил, сначала погаснет лампочка старт-стоп, потом погаснет лампочка КПП. Тут у нас стоит GM. Она, к слову, была уже у нас это, ну, стерта путем процедуры сервисной замены масла. Была стерта адаптация и ошибка по старению масла пропала. Это по 10 у тебя. Включи назад. Вот, владелец хоть, да, я тебе сделаю. Поддержи. Ну вот, что у тебя по ЕГС одна ошибка. Вот, а по ДЭСе, да. Вот. Пожалуйста, вот такая ошибка была. А это 29F4, 29F5, я их наизусть знаю. Ошибки как раз у нас по катам. Да. Поэтому, потому что тут надо подливать, по идее, без кат. У меня даже готовая программа, скорее всего, есть под это. Меня интересует под ДСИ. Ее можно убрать? Так ее и не было сейчас. Так не было, я потер. Ну, будет, тогда уберем. Но она где-то на сотне возникает. Ну, а ты пропил, у тебя колеса родные. Тормозилки родные. Все родное. Но это после свапа мотора стало возникать? Нет, после дооснащения круизом. Ну, круиз криво прописали, значит.
У тебя на приборке отображается круиз? Нет, приборка просто не родная. Ну как, и по центру не отображается? Нет. А тут приборка без бегунка. Да. Но она все равно должна показывать по центру круиз. Ну сейчас пропишем круиз по правильному. Приборка так. Хай должна быть или как?